Это будет свадьба? Или что? Она волочит своего женишка. На тебе! Ребята! И Петенька сейчас прибежит кушать, пить свой несквик. Ой, чайничек бабушка поставила. На тебе. Бабушка ничего не ставила, бабушка обманула, ребята. Там вообще преисподня, ты видела, Лера? Это дорога в пекло. В ад. Чем больше ты кричишь, не упади, тем больше мне хочется... Все вирусы разбрасываем, потому что я вакцинированная. И бьем молоточком до шестерки. Посмотрите, какая у меня ковбойша. Я ей подарил бриллиантов. А те пусть играют в приставку и ругаются. А тебе бриллианты, моя любимая. Хорошо, мой дорогой, тогда вези меня как конь. Я к этому не готова. Они хотят тебя столкнуть. Лера, внимательнее. Так, а ну иди сюда, Петечка. На тебе. Я, кажется, понял, что нужно делать. Прячемся. Пока они смотрят телек, мы прячемся в бак. Он подходит сюда искать. А где же мой друг Петя? Что же случилось с Петей? Закрываем дверцу, подходим и приконтачиваем нашего Кореньку. На тебе. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Папа, что это за девушка рядом с тобой? Тихо, только маме не говори. Папа. Шутим, друзья, всем привет, Ванна Валеришка Плей. Эволюция отношений, друзья. Да. Здесь я вот такой вот нелепый мужчинка на велосипеде подвожу какую-то барышню, видимо, к ЗАГСу, друзья. Да. Я и вцепился ей в ногу. Любимая, пожалуйста, прости меня, я не буду больше делать ничего плохого. На, вот тебе цветочки. Да. Ладно. Возьму тебя сейчас за ухо. Они вообще уже на машине едут. Лера, слушай, мы этой паре проигрываем. Вот тебе любимые 3 букета. Ладно, да. Потащу тебя за ухо, говорит она мне. Вот тебе еще 3 букета. Оу, ребята. Вы уже разговариваете. Да, ого, я ей штаны подарил. Видела, какие модные, ребята? Мы дошли до ЗАГСа, но она чем-то недовольна. Воу. И она меня сталкивает с небоскреба. А наши соперники целуются. Я плохой жених. Папа, Лера, давай ты. Давай. Итак, Лера, научи, как нужно знакомиться так, с девушками. Муа, надо вот так. Муа, давай, так, ты должна, кстати, сумочку попадать вот в эти штучки, чтобы им всякие разные пакости делать. А они... А я не буду. А они тоже это делают. Смотри, у тебя... Твои соперники, она уже волочит за ногу. Лера, у тебя появился шанс. Поменять. Ты ей что, кольцо подарила? Ты ей бриллиант подарила. Так, и цветы. Мы уже обнимаемся. Нет, джойстики нельзя. Цветы! Лера! Ты уже ее на руках несешь! Круто! Он уже меня на руках несет, а я все, ребята! Это будет свадьба? Или что? Она волочит своего женишка! На тебе! Ребята! Лера, а у тебя настоящая любовь! Что за... Я пока побуду вредной бабушкой! А ну иди сюда, внучек! Ай-яй-яй! Бежать надо! И убежал! Ребята, играем в симулятор бабки Гренни. Они все покинули дом. Ребята, мне здесь нужно быть бабушкой и не дать малышам покинуть мой дом, друзья. Для этого мне нужно выбирать определенные варианты. Я выбрал сейчас включить печку. Он подбежал к печке. На тебе! Блинчиков захотел! Мой внучок красавчик! Да, ребята, мы пригрохали его, друзья, и просмеялись. Лера, давай, вот следующий левел. Так, ты решила выбрать ящик. От тебя ребенок убежал! Ящик выбирать нельзя. Получается, нужно было выбирать либо телевизор, либо диван. Ага, телевизор, выбирай телевизор. И что? Ой, какие мультики показывают. Так, пришла телевизор смотреть, и ты можешь ее сейчас пригрохнуть. Отлично. Есть один ребенок из одного. У тебя у нас пока в гостях, ребята, только один внучок или внучка. Но скоро их будет много. Да. Так, сколько здесь у нас телевизор? Телевизор работает безотказно. Включаем. Ой, Петюня вышел. Ой, какие мультики. Новые мультики. Класс. Ага, попался. Кто мне блины таскает постоянно с кухни? Так, ребята. Лера, твой раунд следующий. Ого! У тебя аж 3 ребенка! Ты решила прям одного сразу, пока он отвернулся? На тебе. 2 других. Так, заходи в комнату. Они как раз отвлечены и телек смотрят. А! Они тебя запалили! Нельзя было. Друзья, покатили! Так, поехали! Давай, покатили, папа. Следующая наша эволюция. Опа. Я сейчас... Замени эти кубики, тормозят.
Друзья, хорошо, что эта игра не на время. Но я здесь, к сожалению, могу терять жизни. Опа. Мы с вами уже играли в эту игру. Обязательно посмотрите наши предыдущие ролики. Да, прыгай. Оп, я не могу, к сожалению, прыгать. Но хорошо, что здесь есть чекпоинты. Ребята, я здесь очень легко могу упасть за борт, потому что очень узкая трасса. Ты видела, какая пропасть внизу? Мне даже страшно туда смотреть. А ты не смотри. Мой шарик уже уписался 100 раз. Ай-яй-яй. Страшно. Жуть. Там вообще преисподня, ты видела, Лера? Это дорога в пекло. Ват. Так, ребята, 126. Я думал, я повыше залечу как-то. Заборчик. Очень предусмотрительный, кстати. Чтобы такие, как я, случайно не покинули этот мир и не переместились в мир иной. Мне стрелочками указывают, чтобы я случайно не уехал туда, друзья. Круто. Какая эволюция вам сегодня понравится больше? Напишите нам в комментариях, друзья, и поддержите нас лайком. Мы стараемся подбирать для вас самое интересное. Аккуратно. Я аккуратно. Папа. Я очень медленно, но аккуратно. Так, я взял ключ. Ребята, это и с этим ключом не упади, потом открывать. Да тихо, ты кричишь, меня постоянно пугаешь. Папа. Чем больше ты кричишь, не упади, тем больше мне хочется упасть. Преисподнюю. Я покинул этот мир. Хорошо, что был чекпоинт. Затормозил. Финиш. Ребята, я доехал. Круто, 60, 40, 50. Ну, неплохо. Подзаработали немного монеток. И продолжаем с вами двигаться по эволюциям, друзья. Дальше. Мы с вами набрали 20% следующего подарка. Лера, выздоравливай. Ты заболела. Лера, у тебя походу корона? Ничего себе. Ты не должна брать все вредное, а должна брать только полезное. Я пытаюсь, папа. Хорошо, Лера, будь внимательнее. Заснуть пораньше выбирай, отлично. Лера, у тебя болезнь движется наверху шкала болезни. Чем больше ты кушаешь полезного, тем она больше движется вправо, и ты больше выздоравливаешь. Итак, сколько у тебя здоровья? На 2 пока что. Ребята, Лера еще у нас не совсем оказалась. Корона! Воу, сколько у нас вирусов. Ребята, так надо гантельки. Это не надо было брать. Блин, зачем ты это делал? Я нечаянно. Так, папа, за нечаянно бьют отчаянно. Мне нужен отдых. Ай, блин, Лера, ты меня это путаешь. Не я, бутылки беру ненужные. Это ты. Так, заснуть пораньше. Покушать яблочек. Ай! Пап! Во, ребята, я вроде выздоровел немного. На тебе! Кия, не брать, не брать, не брать. Ребята, у меня уже половина хелса. Итак, день. О, ну на троечку. Я пока еще, конечно, дохля, но хоть какая-то. Лера, покажи мастер-класс, как нужно влечить сопли. Оп, оп, так, ты. Оп. Ничего себе, ты смотри, в стену не впиляйся. Впиляйся. А то мало того, что соплей, еще нос себе сломаешь. Уи! Вау, круто. Слушай, какие у тебя тапки модные были. Ты уже не... Вакцина. Молодец. На тебе, короче. Так, эскалатор. Блин, не то выбрал. Ребята, по локации игра очень похожа на ангел или демон. Только здесь мы должны быть здоровыми или больными. Вакцина! Итак, у тебя уже очень много здоровья. И сейчас ты как в контактишь. На четверочку. Блин, ну, а что будет тоже на десятку? Неплохо. Не знаю. Папа! Так, я себе опять нашел невесту. Я, походу, Лионель Месси, игрок сборной Аргентины. Посмотрите, какая у меня ковбойша. Я ей подарил бриллиантов. А те пусть играют в приставку и ругаются. А тебе бриллианты, моя любимая. Хорошо, мой дорогой, тогда вези меня как конь. Ребята, нате вам джойстики, чтобы попадали. А я ей покупаю бриллианты, ребята. Не давай. Я уже ее несу на руках. У меня самые прекрасные в мире отношения, только не джойстики. Отлично, бриллианты. Монеты, она уже мне залезла на шею. Лера, что же будет дальше? Воу, ребята, и я ее затаскиваю в ЗАГС в свадебном платье. И у нас, ребята, свадьба. Лера, давай. На. Шлагбаум. Блин, ты ноги переломала. Кстати, ты видела? Это дверку, блин, это дверка в супружескую жизнь. Ничего себе у твоей девушки купальник. Обалдеть. И шорты. Слушай, ну как это у тебя толстая? За ухо тебя волокю. Да-да. Лера, делай что-нибудь. Так, им надо подпортить, блин. Подпорчивай им что-нибудь, Лера, делай. Молодец, хотя бы у себя меняй. А им, а у них, кстати, у шлагбаум и так закрыт. Правильно. О, свадебное платье мое. Она забрала? Или что? Или никто не забрал? Нет, никто не забрал. Фух. Ну, у нас больше. Слушай, они какие-то бомжи страшные. Ребята, это победа. Лера, молодец. Папа, теперь так, ты иди. А ну иди сюда, Петечка. На тебе. Я, кажется, понял, что нужно делать. Блядь. Прячемся. Пока не смотрят телек, мы прячемся в бак. Он подходит сюда искать. А где же мой друг Петя?
А, что же случилось с Петей? Закрываем дверцу, подходим и приконтачиваем нашего кореньку. На тебе. Так, открываем дверцу, и пока тут мечется, где мои два друга, где мои два друга, мы к нему подходим и говорим, что надо было бабушку слушаться. Все, ребята, всех победили. Идем так. Круто. И делаем угагага. Лера, давай, у тебя два варианта было, ты решила выбрать не тот. От тебя сбежал ребенок. Придется еще раз. Слушай, твоя бабушка греется, она, походу, недовольна. Тебя покинули все дети, так, ладно, все внучата. Обойди диван с другой стороны и коварно его напугай. Тупик, Лера, ты его загнала. Да. Все, давай. Плохой. Плохой. Да. Кто таскает пирожки у меня с кухни? Все родителям расскажу. Давай, папа. Так, у меня есть шкаф, а ну плита. Плита меня еще ни разу не подводила. Включаем чайничек. И Петенька сейчас прибежит кушать, пить свой несквик. Ой, чайничек бабушка поставила. На тебе. Бабушка ничего не ставила. Бабушка обманула, ребята. Он такой, такая бабушка коварная. За что такой? Теперь так, я. Лера, давай. Так. У тебя два малыша смотрят телек, а бабушка коварно спряталась за диваном, типа беспалевно. Возникла такая, выключила телек. И они тебя покинули. У тебя малыши все разбежались. Валим, валим. Телек вырубать нельзя, запомни. Надо подкрасться сзади и сказать им «Абу!» И второму скажи «Апчхи!» «Апчхи!» Слушай, там, наверное, по телеку действительно что-то интересное. Раз они вообще не отвлекаются, смотрят, друзья. Надо будет как-нибудь посмотреть. Так. Папа, мусорник или... Я, пожалуй, включу чайничек, поставлю. Машенька, иди, там несквик готов. Ой, бабушка, что, правда? А блинчиков сделаешь? Сделаю тебе, конечно. Не сделаю я ничего. В следующей жизни. Приходи, Маша, в следующий раз будут тебе блинчики. Вау, посмотри. Лера, давай, твоя очередь. У тебя очень крутяцкий шар. Он похож на антистресс. Или на кого он похож? На антистресс или на что? Там преисполнен. Ай, Лера, ты что, не падай. Он тебе похож на жвачку. Посмотри, какие колеса. Прикольные. О, да это блин! Твой друг. Отстань. Это соревнование. Правильно, сделай так, чтобы он покинул трассу. И этого тоже. Выпихивай, ребята. Преисподняя там далеко. Слушать. Воу, они все валятся. Ничего себе. Да ну нафиг. Они каждый может... Я к этому не готова. Да они хотят тебя столкнуть. Лера, внимательнее. Я ухожу с тобой. Побудь с нами, Лера. Так, следуй конкретно за стрелочками. За стрелочками они меня еще никогда не подводят. Стрелочки тебе, кстати, падать не дают. Кстати, это стрелочки очень умные, грамотные и правильные. Ой, это мостик, лифт. Помните, как в Мунгазе в новой карте? Внимательнее. Смотри, как тебя колбасит. Лера, шарик немного такой, шатающийся. Так, смотри, осторожно, ключик. Опять мостик, сюрприз. О, нет. Опять? Да. Да. И по Муромской дорожке катились мы с тобой. Так, да ребята. Не, да катись. Финиш, Лера. Где финиш? Чекпоинт. Да ладно. Мне показалось? Показалось. Финиш. Да. Да, что вот это И ты утонула в бассейне. Все правильно, друзья. Так, я, погнали. Я не мечтала. 80%. Теперь я, ребята, лечу свои сопли. По эскалатору собираем бананчики, яблочки. Проходим вакцинацию. Воу, круто. Так, на тебе кия, гантельки. Супер ускоренный турборежим. Все вирусы разбрасываем. Потому что я вакцинированная. И бьем молоточком до шестерочки. Круто. Теперь я. Лера, молодец. Скорость турборежим хард. Так, ты все еще больна. Тебе нужно сделать прививку. Опа! Яблочки, ничего себе. Раз. Отдохнула, поспала. И опять продолжаешь скакать. Лера, слушай, тебе вирусы вообще все боятся. Тоже шестерочка. Мне как-то прекрасно. Теперь вирусы я такие. Иду сопливая в пижаме. На тебе. Слушай, я кстати. Да! Я, кстати, вирусы, друзья, и больная могу побеждать. Но сейчас я уже выздоравливаю. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. 3 рубля. Так, опа. Вот. О! Оп, рест. Ты вакцинировался. Ага. Так, и я теперь еще и привитый. На тебе! Шестерка. Ребята, а как интересно десятку набрать можно? Лера, может у тебя получится 50-й левел? Юбилейный! Лера, может быть у тебя получится? Так, собираем все самое Слетай. Хорошее. Может надо по эскалаторам бегать вверх-вниз? Тогда здоровье увеличится. И прибавится сила в руках богатырская. На пати не ходи. Лучше отдохни, поспи. Вирус буцай. Опа! Круто! Опа! Уи!
Ребята, у Леры полная шкала. И яблочки. Ну, ты сейчас должна как вконтачить. Да опять шестерки. На шестерку. Да что как такое? Как набрать больше? Как набрать семерку? Не знаю. Хотя? Друзья, кто знает, напишите. Поддержите лайком эту серию. Напишите, какая игра вам сегодня понравилась больше в комментариях. И смотрите все видео на наших каналах Валеришка Макс, Teamplay и Games. Мы стараемся, друзья, только для вас. Все ссылки в описании. Не пропускайте новые серии. Вас очень любим. Всем пока-пока. Нажимайте на следующее видео. Встречаемся там.